Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все. И сегодня Фролов может все в игре под названием Dead Estate, что в переводе с ненашинского английского на нашинский русский — мертвая усадьба. Если впервые на канале, обязательно подпишись, а если уже являешься частью нашего комьюнити, тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я начинаю. А все начинается как будто Silent Hill, часть 6, наверное. Если он еще сейчас еще гамбургер начнет есть. Дед, этот, дальнобойщик. Плюс девчонка какая-то ночью в дождь. Хо-хо-хо-хо-хо. Мне кажется, это все неспроста. Я слышал удар. Удар был по машине снаружи. Возможно, да, спереди. Нет, просто лопнуло колесо. Ничего страшного, у тебя есть еще... сколько колес? Сзади получается 8. Еще 7 колес. Так что доедешь до пудово. Но тут увидели разоглазого человека. Щемимся куда? Куда, в лес щемимся? В лесу, естественно, есть какая-то усадьба, да? Как в лучших... в лучших Resident Evil. Ну что ж, Dead Estate, press start to game. Я начинаю. Let's go to play. И у нас есть два персонажа игровых. Это, соответственно, дальнобойщик. Дальнобойщика зовут Джефф. Угу. И есть еще девочка-студент Дсю. Дсю. Я как-то... Так, и по сложности Normal и Туянок туда. Давайте что, по нормалу. И сыграем за девчонку. Мне кажется, она... Fear can't kill you. Страх не может тебя убить, но... И обрати внимание, как в этих... В гринделках, да? Fire your weapon. Left click. А, ну понятно, все-все-все, типа... Стреляй на мышку, все окей. Давайте сразу изучать игру, все разбивать. Может быть, что-то найдем. Ой, короче. Слева внизу, оказывается, есть денежка. Черви, много червей. Джамп, прыгать. Опа. Мы, оказывается, можем еще забираться везде. Хорошо, давайте еще вниз. Ой, а ты кто такая? Угу, это получается у нас магазинчик. Сюрприз конфетти. Ой, это потом. Потом мы возьмем. Gold Ring, бункер. Но в любом случае у нас пока денежек нету, поэтому давайте не будем здесь задерживаться, а вернемся непосредственно в игру. Сейчас мы... Сейчас вот, да, мы денег наберем и сразу к тебе. Это что-то... Что... Похоже было на геморрой, если вы понимаете, о чем я. Ты кто такой? Что? Мужик, что с тобой случилось, зайки? А почему зайка-то мы не трогнули? К боссу пока не можем пройти, дверь закрыта. Во-во-во. Кто? Кто? Кто не рассмотрел первый раз? Вот, пожалуйста, пожалуйста, на изучение. На изучение. Взяли еще денег, пошли наверх. Тут какой-то хрен был только что, по-моему, он самоубился на этих шипах. Мы продолжаем собирать деньги. Угу. Я разбил кувшин, и оттуда выскочила какая-то лягушатина. Машинган! Как брать? Просто брать и все, да? 280. Пресс... Угу. То есть мы можем нажимать на левый shift и менять оружие. Так, тут пока все понятно. Да, то есть оказывается в этой игре есть еще разное оружие, поэтому, наверное, на самые такие ядреные ситуации мы оставим миниган, а до этого мы походим вон слева, слева ключ. Это получается, мы с этим ключом сейчас можем идти к боссу, правильно? Но у нас 156 монеточек, поэтому еще мы походим, что-нибудь пособираем после этого уже. Мужики! Да-да-да-да-да, они вот, они ходят по этим, по шипам и, соответственно, помирают. Очень хорошо, что там ничего нету. Все, собираем. Опаньки! Мне не очень хочется вот туда подходить. К этой геморройке. Она типа растет еще. Ты видел, ты видел. Кстати говоря, и здоровье еще получили.
И вот, наверное, мы все зачистили помещение на первом, да? Нет, и вон я вижу, короче, справа внизу есть карта. Идем по карте. И здесь наверх. Товарищ, все нормально? Фу. Мы немножко даже увернулись. Так что неплохо, неплохо. Поднимаемся наверх, здесь еще находится какой-то... Да хер его знает. Так, в любом случае, все, что к полу не прибичено, берем. Не прибито, не привинчено, берем. Открываем сразу, наверное, к боссу дверь, да? Ага, хорош. И бежим вот к этой вот провидице. Welcome. Так, у нас получается 250 монет. Мапа нахрен не нужна. Амброзия восстанавливает полное здоровье. Гарантированный шанс, короче, получить предмет, когда ты разбиваешь оружие. Ну, мы пока этим не занимаемся, да? О, кто-то там рычит, если честно. Вот, а если мы используем вот этот бункер, то мы отталкиваем противника. Давайте бункер, а все, у нас больше, кстати, денежек нету. Так, и пошли к боссу. Так, и босс, и направо. И направо, и направо. А где босс? Так, можем даже сразу переключиться на... Сверху! Это... по семерочке это что-то стреляет. Мыши всякие тут есть. Короче, я просто вкладываю дамаг, вот что. И еще немножко прыгаю. Короче, в меня раз попали, но я выжил, Кто это был, я так и не понял. Если честно, по внешнему виду вообще непонятно. Оставайся спокойным. Так, и значит, мы поднимаемся куда-то наверх, я понимаю, по этой усадьбе. Вверх. Левел 1 комплит. Комплита. Клиаред. Вот. И чё? У нас 2 единички здоровья, может обновиться? С новым этажом. Да ни хрена не обновилось. У нас 50 еще минигана. Ой, сердечко, сердечко. Это отлично. Книженца тут. Угу. Может, какие-то секреточки, может, куда-то запрыгнуть можно. Да не, пока вроде такого не замечено. Хотя, я бы сделал. Ушли вниз. Я вижу какой-то рабочий рот. Грибочки. Угу. Пока нет. Короче, мне целенаправленно нужны жизни, поэтому как хотите, а из вот этих вот... горшков ночных, я выбью себе здоровье. Ну, может, не здесь, но обязательно выбью. Мужик, ты что трясешься? Не бойся, я с тобой. Угу. Ничего тут опять нету. Ну, кто такие? Так, тут надо прыгать явно. Явно надо прыгать. Эй, хрен майор. Угу, хорош. Мы просто подошли, какие-то появляются новые враги. Рыцари с булавами, вот эти вот мужики-монахи, которые стреляют красными шарами, тоже херней. А тут их больше, кстати. Угу. Так, значит, мы убили мужика. Ой, сердечко. И у нас полное ХП. А у этих нет. Уже нет. Так, что мы еще делаем? Мы... должны еще найти ключ, как я понимаю. Бабочка. Ага. Ой, ты летающая херня. Опять провидится. Так, а у нас денег-то побольше теперь. Заходите, говорит. Attract coin что-то дает монетки. Так, Magnificent Glass. Вот так. На что денежек хватает? Короче, берем все, что к полу не приколочено. Ну, там всякая амброзия, я не знаю, насколько она нам нужна. Возможно, когда мы пройдем... Сейчас, извините. Да ты что будешь делать-то? Не нужна, говорит. Дайте мне здоровье.
Я сначала не понял, как она работает. А она, видишь, она то подлетает, то на тебя резко летит. Ой, хорошо, хорошо. Это специальная игра нам подсказывает, типа, что ты как дебил? Опа. Сейчас, извините, извините. И у нас опять, у нас нету, значит, ключа. Но босса мы нашли. Так, все, наверх пошли. Опять рот. Рыгающий. А здоровье у этого рта будет где-нибудь? Что у нас тут? Какую-то штуку еще взяли. Так, тут я даже ходить с тобой больше не буду. Нам для Амброзии нужно 300 монеток, поэтому давайте еще немножко пошароебимся и попытаемся найти еще там 78 монеток. И на этом мы... Это что такое? Это что такое? Это кто такие? Люди, вы чего? Так. Ну вот, я бы сейчас жизни бы не отказался. Вот. Зачем столько горшков, если в них нет сердечек? Ты прикинь, в натуре нет, но 264 монетки. Ой, даже, а он выстрелил? По-моему, он успел. Но это ему не помогло. И мы нашли ключ. Вот он. Взяли, взяли ключ. Кто-то где-то рычит. Тут что, ничего? Дайте мне жизни. Короче, мне срочно нужно пара сердечек. Я просто буду чуть-чуть спокойней. Потому что с двумя жизнями, ну, такое. Два, аж два ящика. Чё-то аккюрей, да? Какая-то херня маленькая. Ну и ладно. А здоровье-то, кстати говоря, 2 из 4. И 298 единиц денежек у нас есть. А вот что зажопились еще на 2... Может, что-нибудь тут можно поломать? Неа. И тут ничего нету. И спускаемся еще ниже. Я так думаю, да, что, наверное, нужно нам уже идти к боссу. Давай еще к ней зайдем. Может быть, там не 300 единиц нужно, а как-то сторгуемся, я не знаю. Привет, дорогая. Не, Амброзия все-таки 300 стоит. Зараза, зараза. Ну, то есть, пока я ничего не могу сделать. Пойдем в атаку так. Да, да-да-да. Тут мы все выносили. Короче, вот, Лех. Ты супер. Как ты думаешь, сможешь это? Сможешь пройти с одной здоровьей? Думаю, что нет. Кто такой? Где он? Ой, она по 14 бьет. По 14 вообще жирненькая, если честно. Слушай, но то, что я ее не вижу, не значит, что я ее не могу убить, правильно? Ага, а что она сейчас делает? Так, минус. Минус. Значит, меня убило привидение из Пакмана. Так, я могу... Я очень не хочу, чтобы это все было с самого начала. You die, ты помер. Try again. Так, что по деньгам? Ground one. Хорошо. Все вот эти вот гринделки, они сами по себе такие. То есть, смерть это нормальный процесс в этой игре. Сейчас, что нам нужно сделать? Мы сейчас делаем все то же самое. Собираем деньги, собираем жизни. Находим... Ой, а выходите прям по этим. Да-да-да-да-да-да-да. Так, нам нужно найти ключ. Нам нужно найти оружие, нам нужно найти комнату босса. Нам нужно зайти в комнату босса и все. Поэтому сейчас мы это... Все эти вопросы решим очень спокойно. Очень по-взрослому. А вот здоровье... А, сколько здоровья-то вы даете, а? Наверх идти бессмысленно, потому что нет у нас еще ключа. Здесь ничего не можем взять, но есть ящик. Ящик с... Это шары для боулинга. Ага, все, я понял. Так, шары для боулинга пока оставляем. И идем дальше. Дальше вниз. Стараемся ничего не задевать, потому что нам все это еще пригодится. Угу. Ребят, а все нормально? Так. Если что, я короче, могу... Я могу даже на стол запрыгнуть. Пока больше ничего не ломается, не взрывается. Ой, какие резкие! Но я был резче. Т-
типа, я понял, что мы подобрали какую-то штукенцию, не успел прочитать ее описание, но оно дает, по-моему, больше силы. Но, судя по описанию, как вот мы сейчас бьем, девятку мы били, девятку бьем. А второе оружие давай, наверное, оставим прям на босса. Пусто. Вон ключ, я вижу ключ. У нас 237 монеток. Давайте зайдем к нашей девице, посмотрим, что у нее есть. Если есть что-то толковое, то однозначно берем сразу. Need something? Есть. Так, значит, ходите быстрее. Слипери. Слип-па-па-па-па. Не помню, что означает слипери. Денег у нас 238, то есть мы можем еще взять. Есть небольшой шанс, что мы не получим дэмэджа от врага, когда он атакует. Да, Golden Ring взяли. Все, спасибо тебе, дорогая. Давай пойдем к боссу. Босс наверх, все верно? Ключ есть, босс? Блин, Леха, что ты делаешь, зачем? Все, зашли, зашли. Первый уровень, у нас все есть, сейчас мы тут разрулим ситуевином. Кто будет? Он же? На сколько бьет? На 54. Опа! А как ты попал-то на меня? Да, штука, короче, очень-очень медленная, супер медленная. Зато сносит. Переключаемся. Меня укусило. Я ее даже не заметил, я ее просто не заметил. Так, ну для первого уровня вообще слабенько. Вы умерли, давай еще. Ну давай еще. Граунд фло. Вот что я неправильно делал? Я торопился? Может быть. Я что-то не взял. Все взял. Да, давай, наверное, потихонечку все делать, потому что с одной стороны я вообще не тороплюсь. Так, и можно сразу зайти. Денег нет, но вы держитесь. Так, мы к тебе вернемся, мать. Мать, чуть попозже мы к тебе вернемся. Я прыгнул. Какие-то мыши-кролики. Значит, снизу находится босс. Все, мы его нашли. Дальше остается дело за малым. Дело за малым — это найти ключ от босса. Кстати говоря, да, то, что мы можем прыгать, это уже неплохо, потому что в Айзеке, насколько я помню, прыгать-то ты ни хрена не мог. Ой-ой-ой-ой-ой. Да нормально, кстати, нормально. Прыгать вообще как это... Это ко мне что-то тянется. Ко мне денежки тянутся. Мы получили за убийство золотого червя 167 монет. Вот это хороший червь. По-моему, я только что выпил амброзию, которая восстанавливает полностью здоровье. И это был тупой поступок. Тьма. Тьма жизней. Так, опять же, вот эта история с зайками. Если меня убьют четвертый раз, я это... Да-да-да, я переключусь на сложность поменьше. Так, хорошо. Давайте еще тут все вот эти вот вазочки разобьем. Денег 327. Не, подожди, вон видишь, слева внизу амброзия, она как бы у нас. То есть не то, что мы выпили и все, а она прям у нас находится в инвентаре. Да тут все равно. Тут надо брать. Что бы там ни было, это надо брать. Но это, по-моему, оружие у нас уже было. Мы знаем, как с ним работать. Ключ. Ключ берем. Все, взяли ключик. И после этого мы уже можем бежать к боссу. Сейчас последний зачищаем. Денег 367. Я бы даже, наверное, забежал бы к нашей девчонке. Угу. Я теперь мастер по шипам. Я теперь, когда захожу в комнату, я обязательно смотрю, что там происходит. Open business, да. Payback.
Какой супер машум. Ну, берем обязательно супер машум. Супер шрум, потому что дает больше здоровья, и мы выше прыгаем. Во-во-во. 5 здоровья, очень хорошо. И теперь прыжок супер высокий. Против таких штук вообще ничего не имею против. Так, сразу переключаемся на второе оружие. Слушай, ну да, опять этот. Сразу нам наваливает здоровье, говорит, мы знаем, что ты умираешь часто, поэтому, говорит, возьми, родной. Короче, я теперь прям щемлюсь и прыгаю, потому что, ну их нахрен. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я думаю, что игра тоже понимает, что я не супер игрок в такие игры, и такие, Лёха, мы тебе это... Подожди. А ты только что заметил, что, оказывается, сердечки, они исчезают. А мы взяли. А мы криминал. Да. Фу! Слушай, ну, это было гораздо лучше, Давайте поднимаемся. 131 монетка, причем у нас 5 здоровья. Вот мне больше всего нравится, что у нас здоровье стало сильно больше. А с сильно большим здоровьем мы сильно больше сделаем. Так, поднялись наверх. Сразу переключаемся на другое оружие. Наша задача, что сейчас сделать? Взять как можно больше денежек. На эти денежки. Ага, вот этот рот опять. Жиж. Угу. Вот, собираем все деньги, которые только можем. Потом с этими деньгами к нашей девице, которая дает нам все возможное и все невозможное. Справа внизу. Бомбы, ну да. Да. Я взял только потому, что для такого оружия у нас было 16 единиц, а вот для этого сильно больше. Слушай, я просто перепрыгнул, и все. Хорош. Троих вынесли, взяли денежки. Тут никого пока я не вижу, и это хорошо. Потихоньку опять вот эти ночные... Ага, иди сюда. Ночные горшки. Уничтожаем. Эх, здоровье. Оно, видишь, оно исчезает. То есть ты не можешь как бы купить надолго. Сейчас. Угу, все по красоте. По красоте разобрали и оружие применили. Хотя, наверное... Короче, смотри, какой минус у этой девчонки. Она хоть и достаточно быстро, но у нее оружие супер ближнего боя. Ну, прям супер ближнего. То есть надо прям по арене кружить. Хотя, конечно, скорость вообще решает. То есть ты можешь... Ага, опять вот это вот. Ты можешь в целом убежать вообще от любого противника. Рот компот. И опять здоровье. Она... Игра как будто меня дразнит. Типа, вот да, помнишь, что до этого проходил, я тебе вообще здоровья ни йоты не дала. А теперь в каждой комнате да по 2. А помнишь, когда проходил в первый раз, вот эти носились как угорелые хрени. Так вот, сейчас они будут еле-еле. Вот смотри, вот их 4 штуки, но я могу так быстро перемещаться, что они, ну, в жизни до меня не догонят. И опять здоровье. Не, игра просто тролль. С одной стороны, мы должны разбивать эти ночные горшки, потому что нам нужны деньги. С другой стороны, мы не должны разбивать, потому что... Мы не должны разбивать, потому что там могут оказаться сердечки, которые нам стопудово потребуются позже. Понимаешь, в чем боль? Кстати, а мы так и не нашли ведьму-то. Ой, смотри, по деньгам почти 500. 500, я так понимаю, что мы можем купить вообще очень много, овер много. 502. И еще здоровье. Да, нам нужна ведьма. Вот должен я куда-то вообще идти? Вот, понимаешь, я просто отошел в сторону и стоял.
Так. Во-во-во-во-во. Только знаешь, что минус так стоять? Там может быть какая-нибудь это. Бабочка, блин. Угу. Бабочку вынесли и до ведьмы дошли. А знаешь, что это значит? Так, мы, наверное, вот сейчас все узбивать не будем, потому что по деньгам-то все хорошо. Open for business, говорит, открыто для бизнеса. Что у тебя есть? Значит, пули поступают быстрее в ствол, это хорошо. Bullet Brain. Bullet Brain, я не знаю, нахер она нужна, потому что оружие появляется с большим количеством патронов. Такое-такое. Spirit Jar. Summon NGZ. Кто-то рядом ходит, причем достаточно громко. Spirit Jar, не знаю, что такое, но мне кажется, оно того стоит. Кто тут топает? Алло. А что это было? Это что такое? Это кто такое? Это кто такое? Это ты что, дурак? Ты что делаешь? Говно, дебил! Говно, дебил! Блин, я вон туда зайду, нахрен тебе. Так, я выйду. Так, мать, где ты, мать? Там какой-то хер ходит! Блин, вот сейчас мне амброзия, ну, супер нужна. Она мне прям супер нужна, вот я выйду. Сейчас иди. Почему ты не взял-то? Извините, пожалуйста. Ну давай еще меньше здоровья сделай. А мы наносим ему сколько? Сколько? Ноль? Мы наносим ему ноль? Ты видел? Мы наносим ему ноль. То есть мы в атаке наносим ему ноль. Ты, говорит, помер. Так, а если мы поиграем за Джеффа? Только давай, я слишком молод, чтобы умирать. Короче, я выбрал другого персонажа. Во, у него дальняя атака. У него 8 единиц здоровья. А чё это за приколюха такая? Чё это, блин, была за приколюха? А, он медленнее, он сильно медленнее. Хорошо, ну давайте попробуем. Подожди, ну он атакует-то сильно сильнее. Он атакует сильно сильнее. У него здоровье жопой жуй по сравнению с девкой. А, это взрывается еще, окей. Короче, здесь сложность в сложности. Ты прикинь? То есть ты можешь играть. И даже не под... Да и он и прыгает нормально. Чего вы мне рассказываете, что он какой-то не такой? Блин, ну вон тот хер, я вообще прям это... То есть я ему наношу ноль. То есть он просто зашел, мне дал люлей и ушел. Так, босс там. Что такое? Ага, мышка. Или кролик. Ключ, кстати говоря, у нас с собой есть уже. То есть мы можем уже пойти к боссу. Я не знаю, насколько это честно. Потому что, ну да, медленнее. Но прям вот настолько медленнее, чтобы... Ну... Чтобы компенсировать количество здоровья и оружия. То есть у тебя есть девка, которая, ну, стреляет нормально. Короче, что-то враги будут медленнее стрелять, по-моему. Или типа того. Вот. Насколько это равнозначный обмен, я не совсем понимаю. То есть у девки 5 здоровья, у тебя 80. У нее дробь, которая стреляет, ну вообще в упор. Она в упор стреляет. И стреляет она на 27 получается. Потому что она наносит 9 единиц за атаку. 9 единиц за атаку. И стреляет она 3 патрона. Ты стреляешь очень даже, кстати говоря. И при этом ты наносишь 12. Не могу сказать, мужики. Но мне кажется, это пока что бесчестно. Ну, я, например, люблю играть за женских персонажей. Ну, просто вот у меня мания такая. Я люблю женщин, поэтому я за девочек играю с большим удовольствием. Так, ну тут какая-то другая. Угу. И 95 патронов.
Понимаешь? И 95 патронов, а у девки 50. Это что за придуманная сложность? Купон. Во всех магазинах. Да. Мы сразу взяли купончик, чтобы ходить дальше как-то поспокойнее. И теперь мы возвращаемся к боссу. Блин, я считаю, что это нечестным. Но в любом случае, я же я должен показать геймплей, а геймплей-то он супер разный. Я в шоке. Да, вот я опять переключаюсь на автомат. Да-да-да-да-да, если сейчас здесь будет тот же босс, что и раньше, сейчас его лихо разделаем. Ой, а как часто-то ты лупишь? Ты видишь, как он часто лупит по боссу? Слушай, а может, просто я сложность выбрал, Лёх? Может, ты тоже передираешь? Ама плюс 11, ама плюс 11. Сердечки всякие вон разные. Патронов тьма. И они еще выпадают. И вон ты можешь отойти спокойно. О! Сколько патронов? 5. А, в смысле? А каких тогда патронов я взял? А каких я тогда взял патронов? Я не понял вот эту историю. Может быть, у меня было включено оружие, которое бесконечное. Ты можешь уничтожить оружие, если зажмешь долго Shift. А что нам это даст? Так, пока не знаю. Вверх пойдем. Блин, 8 здоровья. Ну вот и с этими мужиками. Вот какую они опасность, если мне до этого нужно было за ними бегать, да? То сейчас что? Вон, встал под углом. Расстрелял, хоть попрыгал. Не, вообще очень прикольно. И еще здоровье, и еще здоровье. И там патроны были. Да. И ключ сразу взяли. Сразу взяли ключ. За мужика супер легче. Супер легче. Ну-ка ты сюда. Ну да. Типа вон, я отошел вообще вон в сторонку. Подходить ни к чему не надо, просто стой себе, стреляй. Еще здоровье, еще. Я считаю, что это не это. А тогда нахрена сложность нужна? Ну, то есть ты сразу можешь указывать человека, знаешь, что вот сложность выше, сложность ниже. Я не так много играл в это, Айзека, но мне кажется, там все равно не так. Тьма всего. Вот, мы взяли какую-то штуку, с помощью которой враги будут больше давать нам денежек. Ну вот. Ты зашел, и можно сказать, ты сразу разносишь. И он стреляет через всю карту. Он стреляет через всю карту. Ну, в целом, вот, да. То есть, еще оружие, оно немножко отталкивает врагов, соответственно, они поэтому даже подойти не могут. Еще деньги. Даже под углом. Очень стабильно. Опа. Но это может, знаешь, чисто из-за жадности. Но по факту он стреляет как черт. Денег 650 единиц. Ну да. Вот это оружие, оно как-то еще немножко и станет их.
Ну, то есть, вон, я попадаю, и они отталкиваются, и я просто стою, дальше стреляю, и оружие бесконечное. Ну, то есть, это можно было вывести в какое-то отдельное, мне кажется, ну, знаешь, оружие, которое ты можешь найти, это было бы, ну, все равно честно. А здесь мы, кстати, все говоря, сделали. Я не видел... Ой-ой-ой, вот это было опасно. Я не видел девку. Угу, все. То есть сейчас мы возвращаемся назад и вниз. Через таб мы можем открыть полную карту. Ага, сейчас аккуратно. А где этот хер появился? На каком уровне? На третьем или на втором? Ну, короче, весь смысл мужика, с которым мы столкнулись, это чтобы он тебя супер подогнал. И все. Ну, который нас убил, я имею в виду. То есть, он получает 0 урона, и он просто подгоняет тебя на прохождение уровня. Козлина, как вспомню. Ой, здоровье, ой, здоровье, ой, здоровье. Вот, вот что он не может сделать? Я просто стреляю по нему. И деньги, деньги сыпятся просто. Угу. Так, здоровье пока не трогаем. Во, оно... А нет, исчезает, исчезает. Просто оно немножко дольше это, летает. Так же возьмем. Козел, Леха. Дурачок. Леха, дурачок. Какое-то пиршество было. Кто-то сидел, кто-то ел. А вот этот уровень гораздо больше. Что такое? А-а-а. Ну, может быть, может быть. Чё по атаке? Да, и вот. Ходи вправо-влево. Я хочу найти ведьму. Но все равно, наше оружие в этом плане гораздо лучше. Почему лучше? Потому что ради это расстояние. Хорош, хорош. И тебе и денег дадут. И что только тебе не дадут. У нас вон денег уже 1000. Мы же можем скупать магазины. Магазины просто скупаются. 8 единиц здоровья. 8 единиц здоровья. Я в шоке. Так, заходим к нашей женщине великой. Да, что у тебя есть? Warrior Kills? Говорит, немножко, говорит, веселее будет, окей. Gemini. На двойной урон, насколько я понимаю. Слушай, денег тьма, поэтому просто берем, просто берем. И сейчас, получается, мы уже идем к боссу, потому что мы все сделали. Да, босс был... Вон, я уже даже вижу его. Ну как меня та херня напугала. Прикинь, у тебя полное здоровье. Правда, сколько у нас было там? 4 или 5 единиц? Это вообще по сравнению вот с этими 8... 8 единиц здоровья. 8! 8, мать вашу! Нет, это оружие нахер. Нужен только вот наше. Да. Ну что вот они делают? Ну вот они просто подходят. А мне тогда нужно было возле этого яйца вообще стоять, понимаешь? Ну, соответственно, а когда я стою, я вот под эти атаки попадаю вообще легко, потому что я не вижу, что я делаю. Я стою слишком рядом. Да, конечно же, если бы у меня были какое-то оружие по, ну, по масштабней, вот с этими было. Ну как бы, они просто массы берут. Ну, побыстрее встал. Ой-ой-ой, извините. Я в угол прям встал, поэтому не смог ретироваться. Не, ну ты понимаешь, какая разница между девкой. Между девкой и между этим мужиком. Это вообще космическая разница. Если мужиком вон ты проходишь, у тебя денег тьма.
Полная игра стоит всего 15 баксов. Не понимаю. Вот, и по нам один раз попали. Никого. Так, какой-то шар в центре. Ухо. Так, его убить, кстати говоря, нельзя. Да, дайте. Во-во-во-во-во, я лучше другое оружие возьму, потому что та маленькая была лайка, она не... Ага. Очень хорошо. Очень хорошо. Это было супер стабильно. Это было супер стабильно. Я просто поставил мышку на сердце и вообще не сводил. То есть я просто прыгал своим персонажем. И все. Ага, ага. Логика зайк тоже понятно. Пошли направо. То есть... Вот, я говорю, я вот поставил, и все, и я просто прыгаю. Я зажал пробел, и все, и хожу на ВСД. Неплохо. Это что за херь? Так, мужики маленькие. Да, они догнали, кстати. Несистый вот этот вот. И все? Здоровье бы. Опять зайки. Не, с зайками тоже достаточно просто. Вот гораздо опаснее. Ой, с шариком. Так, прошли. Ничего тут нету. Опять зайка. Да, пока ничего не можем сделать, пока он ничего не двигается. Не двигайся, алё. Козёл. Да, то есть к нему надо было подойти. Но в любом случае у нас 7 еще здоровья. Я тебе говорю, даже 7 здоровья, это хрена. Мы дошли до босса. У нас полны штаны всего. Но, к сожалению... Ключа нету. Да, с этой ничего не сделать. Возвращаемся назад. Давай откроем карту побольше. Короче, мы пошли в одном направлении и дошли прям до самого конца, исследуя все. А в другом направлении явно был ключ и ведьмочка. Опять 1000 денег, кстати. Угу. Так, тут... Ой, отлично. Я тебе говорю, опять полный хп. Ты кто такая? Ой, мать. Ты кто такая нахер? Да, и тут они, конечно же, не жалеют на здоровье всего. Я до сих пор в шоке от того, насколько это разные подходы к прохождению уровней. Я имею в виду девка и мужик. Кто вообще додумался сделать здоровье в 2 раза меньше? Мать, опять ты. А я вот так вот могу сделать? Ты понял? Это было прикольно. Короче, я вообще просто отошел от нее, я на горшки встал и все, и просто расстрелял. И она такая даже не смогла подойти, а потом я ей зубы выбил. Какая добрая, позитивная игра. Такая, я бы рекомендовал для прохождения всей семьей. О, опять сердце. Все, вообще разобрали мы этого терминатора в легкую. Мужик. Очень странные персонажи появляются. Как-то, если честно, есть небольшое предположение, что они появляются очень не по уровню. Ну, типа, знаешь, сначала легче, потом сложнее.
Ну такое. Ага. Поближе подойдем. Что ты делаешь? Ага. В кабину сейчас наваляем. Ключ внизу. Ключ взяли. Дальше идем налево. Ищем нашу ведьмочку. Да хватит уже, кролы. Слушай, а тут может есть какое-то ограничение по времени? Потому что тот-то хер как появился. Он должен был появиться при, как, по какой-то причине. Типа, мы, допустим, долго проходим. Это же нормальная причина. Все, вообще сумасшедшая история. Во, я справа вижу, значит, какой-то сундучок. Поднимает здоровье. На 2 единицы, то есть мы подняли здоровье на 2 единицы. Она говорит нам welcome. Welcome. Ой, значит, максимум ХП. Это что такое? Это что такое? Увеличивает ХП, мы прыгаем выше, скорость увеличивается, и перезаряжалка быстрее. Естественно. Какая красивая мадам. Когда мы разрушаем оружие, оно нас лечит. Естественно. И мы еще можем Gunpowder взять. Эта штукенция позволяет увеличивать размер всех снарядов. Мапы не надо, амброзия вообще у нас полная. Сколько у нас? 12? 11? Ну хоть 11. 11 еще звучит как-то к игре это, почестнее, если честно. Так, мы сейчас к боссу. Это получается третий уровень. Вообще идем. Настолько заряженные. Да-да-да, мы стали быстрее ходить. Ага. Херня вон вылезла. Так, я понимаю, что нам сейчас его трогать вообще не стоит. Как он появился? Что его подняло? Вот интересно. Говорю, но мы с ним даже это, даже общаться не будем. То есть мы просто щемимся, а щемимся мы к боссу. То есть мы хоп и все, и зашли. Я надеюсь, что он сюда не зайдет, потому что если зайдет, то тут будет проблемка. Так, можем переключиться на другое оружие сразу. И сразу накидать. Кто ты? Кто ты? Клоунидзе. Нет, это херня какая-то, а не оружие. Ну, во-первых, оно долгое. Не-не-не-не-не, мы так больше не будем делать. Короче, да, я прыгаю и я стреляю. Сейчас, сейчас. Я просто... Опа, а как? Докуда он достал? Не совсем понимаю, не совсем понимаю. А как я вот это должен проходить, был бы девкой, которая еле-еле передвигается, ноги ворочит? Ага. Не, выходить даже не буду, нахер надо. Все, 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 поднимаемся, потому что там этот хер ходит, и мне с ним не очень прикольно вообще даже встречаться, поэтому я даже не буду. Прошли еще один уровень, по-моему, третий. Да-да-да, полный игра, стоит $15. Помни про это, малыш. Вот, и мы возвращаемся. Get ready for the full game! Another run. Типа, все, что ли? Подожди. Это типа мы прошли... да. Но! Вот это... Это даже немножко меня расстроило. Я думал, может быть, четвертый еще будет уровень. Но в любом случае, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все. И Фролов сегодня смог все в демо-версии игры Dead Estate. Если ты досмотрел до этого момента, тогда обязательно подпишись, поставь лайк, комментируй и распространяй в социальных сетях. Заходи в группу Telegram, там всегда свежие новости и уникальный контент. Не забывай про группу ВКонтакте, там все самое-самое. А также есть еще трансляции с понедельника по пятницу. Мы что-то проходим. Поэтому новое видео выйдет совсем скоро. И знай, мне с тобой было хорошо.
Thank you.